ребята, сегодня я буду крыло снимать. Оно ударенное и еще зашпаклеванное. Короче, покажу. Это коммерческая машина. Ну, сами видите, здесь по-другому, конечно, чуть-чуть только по-другому. Так, что мы сейчас сделаем? Нам нужно сейчас снять первоморду его. Там у них тоже такой есть, типа замков, бля. Сейчас, короче, сниму я их. Вот это. Т-25 ключ. Универсальный ключ, и он дефицитный. Всегда приходишь за этим ключом, нету никогда на складе. С этим вместе выскочил. Ну и даже лучше, легче будет тут. Сейчас немножко, чтобы замок не сломался, мы сейчас его вытянем аккуратно. Замок тут, там, здесь и здесь. Вот они, вот такие замки. Но это не оригинальный, мы уже открывали. Потом вы должны его вытянуть вот так. Она легко вытягивается. Вот тут я его подровняю немножко, как смогу. Потом здесь есть вот тут. Саморезом надо. Сейчас я посвечу. Потому что его, смотрите. Видите, он там держит. И там. Вот здесь дырка, о, там сейчас я фонарик внесу. Потом это надо открутить. Вот здесь и вот здесь. Надо открутить, чтобы фару вытянуть. Потому что нам надо потом раму открутить. И там внизу тоже держится до бампера. Еще один, забыл его. Еще один здесь, бля. Тут я не смог открутить. Сука. Он дебело. Мать. Так что такие дела. Виси. Так, ну, фару мы открутили. Тут замок мы отремонтируем. Заделаем. Нет проблем. Сейчас мы включаем. Вот у нас крепление раз. Надо снимать его. Да. Это тоже мы не будем трогать. Вот этот. Раз, два. Тут ключом будем откручивать. Но тут они на силиконе еще. Так что, чтобы имели в виду. Сейчас это надо открутить. И это. Потом
вот этот, его надо, сейчас я его соединю здесь. Тут вообще не болт должен будет стоять, а пластиковая клепка. Но уже кто-то постарался под быструю руку. Раз, два. Это мы не будем ставить. Да. У нас сейчас задача этот бампер сюда немножко дать, но там мешает. Сейчас мы там тоже отсоединим его. И также здесь должен быть. Ну, а тут ничего уже не держим. Тут тоже вроде бы ничего не держим. Все пусто, бля. Пусто и густо, бля. Все. Вытянули. Можно, в принципе, открутить сейчас номер. Под номером есть два болта. Вот раз, два. И этот соединить. Чуть-чуть вот так отсунуть, чтобы ту сторону не трогать. Нам та сторона не нужна. Снимаем. Все. Тут крыло тоже освободили. Останки бы после удара, если не ошибаюсь, по-моему, фару держал, но мы это решим. Так, эту сторону освободили, вот он у нас гуляет. Сейчас надо нам открутить этот, и там еще сзади есть вот этот, там вроде бы все, только один здесь внизу, и все. Сейчас я этот пластик соединю. Сняли мы. Вот, берется этим крючком, сюда вставляется и вытягивается. Одна заклепка упала вниз. Но мы его достанем. Но у меня такие есть. Так, сейчас мы откручиваем раз и два. Надо этот снять, потому что там тоже есть саморез. Тут надо ключом. Все, сняли. Вот у нас. Это мы оставляем. Нам нужно вот это расклепки снять. Короче, он заклепанный там. Зажать его.
Сейчас. Вот тут смола немножко, видите, вот тут он заклеен. Так что надо будет немножко его подергать вниз на его там, чтобы он здесь расслаб. Все, и здесь тоже заклеено. Сейчас немножко мы его чем-нибудь подковернем, вытянем. С этим его поставили и выбили. Ну вот здесь крыло. Там что-то не пускает. А, тут тоже, видите. Надо это снять тоже. Не, вообще-то это не надо снимать. Но тут, видите, смола, надо его тоже сейчас как-то сделать, чтобы он... Короче. Сейчас я подковерну его. Еще чуть-чуть, да. Все. Окей. Сейчас должен вылезти. Дверь, наверное, закрой. Ребята, вот я вам показал, как крыло снять переднее. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайк. Моя удачи.